Кубок ПМР по джиу-джитсу памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга, уже давно вышел на международный уровень. Но такое большое количество спортсменов в соревнованиях участвовало впервые. Порядка 150 человек из различных городов Молдовы и Приднестровья приехали в Бендеры. Этот турнир представляет для нас как обкаточный, будем так говорить. Потому что мы выступаем в основном по спортивному самбо, по боевому самбо, по дзюдо, по всем видам. То есть все, что касается борьбы. Вот, мы участвуем во всех соревнованиях, везде, вот, на Украине, в Кишиневе, здесь. Турнир интересен еще и тем, что на ковре рядом с взрослыми спортсменами борются малыши. Многие из них начинающие, поэтому бой длится недолго. 1-2 приема, и соперник поражен. Этот турнир больше мы делаем для того, чтобы начинающие ребята, которые никогда не участвовали, попробовали первые шаги вот именно на таких турнирах, чтобы мы могли дальше видеть, как, куда повести более серьезный турнир. Попасть на более серьезные турниры мечтает каждый, поэтому на татами, как правило, разворачиваются очень зрелищные и жесткие бои. Каждый спортсмен, несмотря на возраст, борется за победу до последнего. Мне надо еще чуть-чуть побороться, и мне надо выиграть первое место. А если я и проиграю, то ничего страшного. Но хотя бы третье, и второе, или первое надо выиграть. За меня болеет папа, дедушка, мама и мои два друга, Илюша и еще два. Илюша, Кирилл и Захар, и еще один Илюша. Сборная Приднестровья не подвела своих болельщиков. Наши бойцы завоевали больше всего медалей. Из них 8 высшего достоинства. На втором месте в командном зачете спортсмены из Кишинева. Ольга Гаврилова, Руслан Федоренко. Новости спорта на БТВ.